В рамках фестиваля национальной книги «Через книгу к согласию народов» в Чебоксарах открылась выставка «Костюм народов России в графике 18-19 веков». Окунулась в историю костюма и наша съемочная группа. Эта выставка прибыла в Чувашию из Российской государственной библиотеки искусств. Гравюры, литографии, акварели русских и зарубежных художников. В них представлен различный взгляд мастеров разных эпох на национальный костюм многочисленных народов, населявших Российскую империю. Для подрастающего поколения очень нужно, чтобы они правильно видели и знали, какие костюмы одевали, какие головные уборы, какие поясные украшения. Вот это нам надо, чтобы точно знать. Свое. Ведь любая культура, она сначала надо свое как следует узнать, а потом и другие, конечно, изучать. На выставке также представлено большое количество книг об истории костюма разных народов.